Всем привет, дорогие друзья! А мы сейчас от вокзала идем к проспекту Бей-Барыса, куда совсем недавно перенесли одну из достопримечательностей города – это композиция «Молекула». Она была установлена в 2001 году. Обратите внимание на то, что в городе очень сильно занялись озеленением. Хотя это очень и сложно в данном климате, но тем не менее был высажен карагач, и буквально каждому дереву подведена индивидуальная система полива. А здесь во дворах, совсем недалеко от памятника композиции «Молекулы», располагается парк «Алмагуль» – тихое и спокойное место, в котором особое внимание уделяют поливу деревьев. Каждое дерево полито и ухаживается за ним. В этом парке установлен памятник Абу Сарсенбаеву. Это казахский советский писатель, поэт. Он родом из Гурьевской, нынешней Атырауской области. Дожил до 90 лет и последние годы провел в Алмате. Атырау является административным центром Атырауской области. Сам город расположен в западной части страны, на берегу реки Урал. Местных жителей называют атыраусец или атыраусы. Автобусный парк города обновлялся в несколько этапов. И здесь сейчас курсируют автобусы, которые не производят экологически чистые выбросы в окружающую среду. На улицах города мы можем наблюдать контраст, как наряду со старыми зданиями стоят современные сооружения. Перед нами один из примеров современной архитектуры – это офис нефтяной компании «Эмба Мунай Газ». Перед этим офисом, перед зданием высажен газон, все это поливается, ухаживается. А буквально напротив располагается лапшичная Ланчжоу, которая завоевала уже, наверное, весь Казахстан. По соседству у нас Национальный банк первого уровня, атырауский филиал. И за ним дальше уже идет набережная. А прогулку по реке Урал ждите в следующем видео.